Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Ultra HD телевизор LG 65 UK 6100 2018 года выпуска. Модель относится к бюджетной ценовой категории среди топовой линейки LG. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение Ultra HD 3840 на 2160. Чем выше разрешение, тем выше детализация изображения. Разрешение телевизора в 4 раза выше по сравнению с телевизорами Full HD, то есть изображение воспроизводится в 4 раза четче. Подсветка Direct LED. Глубина матрицы 8 бит плюс технология FRC. Спортивный угол обзора модели UK 6100 гарантирует точную цветопередачу независимо от места просмотра. Это означает, что вы сможете беспрерывно наслаждаться совместными просмотрами спортивных состязаний и игр с любого местоположения. Телевизор включает 4-ядерный процессор, который устраняет помехи, повышает резкость и даже улучшает качество изображения с низким разрешением до уровня 4К. Прекрасному качеству картинки способствует технология реалистичных сцен Active HDR 4K. HDR – расширенный динамический диапазон – это новый стандарт качества изображения. Он обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. Телевизор поддерживает несколько форматов HDR, в том числе HDR 10 Pro и HLG Pro. Телевизор интеллектуально обрабатывает каждый кадр, выполняя динамическую оптимизацию, поэтому контент в формате SDR, стандартный динамический диапазон, может воспроизводиться с качеством, близким к HDR. Все действия прямо в вашей гостиной. Данный телевизор включает режим просмотра футбола, который обеспечивает улучшенное качество изображения и звука, благодаря которому вы получаете еще больше удовольствия от просмотра матчей. Вы сможете ощутить накал бушующих на стадионе страстей, а также насладиться плавной сменой кадров и яркими цветами. Вы будете в курсе всего, что происходит на поле. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Ultra HD контента с данной модели 274 см. Изысканность внутри и снаружи. Благодаря стильным металлическим рамкам телевизор выглядит еще более современным. Размеры телевизора 147 см в ширину, 87 см в высоту, толщина 8,3 см, вес 22,3 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы: один компонентный, один HDMI 2.0, один USB 2.0, один разъем для локальной сети, два входа антенны, один для обычной и один для спутниковой. Присутствует один оптический аудиовыход – Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. На боковой панели расположены один USB 2.0, два HDMI 2.0, один слот CI+, 1.4. Наличие Bluetooth позволяет телевизору устанавливать быстрые и удобные беспроводные соединения. Теперь вы можете легко объединить все виды Bluetooth-устройств без необходимости возни с проводами. Операционная система WebOS 3.5. Модель UK 6100 проста в использовании для вашего удобства. Откройте для себя разнообразие функций телевизора Smart TV на базе LG WebOS. Не ограничивайтесь базовыми функциями управления. Находите, запускайте и используйте приложения и премиум-службы при помощи голосовых команд. Данная модель телевизора включает такие функции, как универсальный пульт, интеллектуальное распознавание голоса, магазин контента и приложений LG, браузер, а также музыкальный проигрыватель. Включить приложение Ivi на LG Smart TV стало как никогда просто. Теперь для этого есть определенная кнопка на пульте вашего телевизора. С приложением Ivi вам станут доступны огромная библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов, классические хиты и последние новинки проката. Выходная мощность 20 Вт. Два динамика по 10 Вт, направленных вниз. Звуковая система Ultra Stadium Surround, объемный звук стадиона для полного погружения. Исключительный многомерный звук телевизора повысит ваше волнение, обеспечивая теплую атмосферу стадиона. Телевизор можно использовать как Bluetooth-колонку, и также вы можете подключать наушники и слушать звук с телевизора. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Туповатое меню. Долго думает при переходе в настройки. Телегид, ТВ-программа, просто жесть. При нажатии на кнопку гида на экране появляется заставка телегида и идет его загрузка около 8-9 секунд. Это просто караул. На Шарпе такой же 65 диагонали это происходило мгновенно, просто в ту же миллисекунду. Как нажимаешь на кнопку, появляется телегид. И вещание с канала в углу маленькое, то есть ты ни секунды трансляции при просмотре программы не теряешь. Звук так себе.
Настроек много, но работает не очень. Выравнивание громкости работает очень криво, может сам прибавить, когда захочет. Неудобное расположение выходов HDMI и USB. Нет выхода на наушники. Неудобное управление без пульта. Не такой насыщенный черный. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам не только об отрицательных сторонах, но и о положительных. Давайте перейдем к хорошему. Smart TV работает без нареканий. Приемлемая цена. Качественное изображение, сочные цвета, раза в два ярче шарпа, тот совсем блеклый был. Картинка в динамике четкая, без рывков и подергиваний, короче, изображение на отлично. 60-гиговый 4K HDR фильм до DLNA тянет спокойно. Захожу на свой комп прямо с ТВ и запускаю. Шустрый интернет. Все от скорости зависит, и с Wi-Fi будет похуже, но лучше многих, которые у меня до него были. Достойный звук. Удобное меню. Немного толстоват, но это большой плюс, он вообще не греется, за счет этого прослужит дольше, чем тонкие Самсунги. Большая диагональ. Спасибо за просмотр, надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор.